Чик-филе, а для меня Starbucks. Starbucks. Breakfast. Вместо кофе чай. Ничего не вкусный напиток. В общем, не кофе, а чай будет. Вот так вот. Красотень. Симка в шоке, потому что у нас в гостях Зара. Вчера муж приволок Зару к нам в гости. Да, Сим? И она рычит и рычит, рычит и рычит, как ненормальная. Да. Скажи, что за истеричку привезли ко мне? Что за истеричку привезли? Она все рычит и рычит. Да? Вон она крадется, сейчас покажу я вам ее. Ой, это вообще... Привет! Как дела, Зар? Ты зачем? Ты вообще-то в гости пришла, а чё рычишь? Зачем ты рычишь? Вот так и рычит. Вот так со вчерашнего. И всю ночь. Ну, последние пару часов на балконе она была под утро, потому что спать невозможно. Зара! Зара, вот так вот рычит она. Что-то у нее поменялось в голове, и вот так шипит она. То есть она до этого не жила со мной, пару месяцев жила в квартире мужа. А вот он ее вчера приволок, и вот у нее такое поведение странное. Неадекватная стала кошка, даже я ее боюсь. Боюсь, что это укусит, накинется еще. Вон, рычит. Ничего ей никто не делает, она рычит. Зара, у тебя стресс, что ли? Ну, конечно, стресс. Ну, вот. Рычит. Успокойся, травы вон поешь. Give me milk for me.
No? Okay, we tomorrow come back, okay? Bye-bye. Мексиканская музыка. У нас на пуле, на бассейне. Я сперва жарилась там на солнце, а сейчас села в тенечек, потому что очень жарко, прям нереально. Я не могу так жару носить. Очечки не натерла. Так что...